Ты знаешь, вот такую работу мог бы написать и как бы вот художник, у которого есть такое название, что он художник. Вот. В принципе, ничего ужасного не произошло. Ну, выдают новичка вот эти вот вещи. Вот эти. Все-таки они не должны быть такими. Слишком откровенные. Неопытность укладки. Да. Вот здесь очень различимо. Вот здесь неопыт, может быть такое вполне. Вот такое все может быть. Немножко не хватило скорости набора картины, когда ты ее набирала. Не хватило скорости, чтобы остался этот первый слой, лихой слой. То есть лихаческий. Немножко она примучена была. Я уж как-то, наверное, просто вот. Иссякла у меня все внутри. Но так принципиальных претензий здесь нет. Не хватает каркасной темноты вот здесь. Собственно, вот там глубинка, глубинка. Туда глубинка. И вот этой глубинки немножко не хватает в том месте. Может быть, как-то нужно было. Но это тоже не принципиально, могло бы быть и так. И листья у меня все время в коричневинку уходили. Ну, это по-своему неплохо. Хотелось чего-то другого. Ну, хуже вот это, чем вот это. Это вот недоразмес, который вы тогда говорили, помните? Да-да-да, недоразмешала и еще и недоуложила. Надо было все-таки доуложить. Несколько нечаянно смотрится вот, допустим, вот этот мазок, да? Это целый лист или что это? Или это свет на листе? Да это ужас. Вот. Вот эти вот ребята симпатичные. То есть, значит, все-таки художник может. Понимаешь? То есть есть такое вполне съедобно. Опять же, вот в таких местах можно пальцем чуть-чуть потом, пока краска живая, вот так сделала мазок. Или в конце, допустим, увидела, что квадратноват. Взяла, подрезала, и он уже. Вот самое радует, что вот это с какой-то все-таки культуркой. Уложено, да. Единственное, что если ты уже рисуешь синий цветок, да, то у него не должно быть белого такого же, как у белого. Понятно. Поняла. То есть он то же самое плюс синило, слабые синило. И это уже не белый. И тогда этот цветок синий, а это белый. Все, то есть как случайно он там получается, как будто получился этот белый. Тоже проявление как бы неопытности сразу видно. А так симпатично. Ну, вполне для Третьяковочки сгодится. Ну вот кусочек для Третьяковки. Ой, спасибо. Море позитива. Спасибо большое.